Власти Севастополя исключили жилую застройку территории бывшего мототрека на Фиолентовском шоссе 4. Об этом стало известно на заседании градостроительного совета в среду 21 февраля. На суд экспертов был представлен проект межевания и планировки территории, на которой предполагалось строительство семиэтажного жилого комплекса, а также детского сада, административного здания и небольшого физкультурно-оздоровительного комплекса. Примечательно, что летом 2022 года проект аналогичного использования территории бывшего мототрека уже отклонялся градсоветом Севастополя. Жилье четко отметалось. Другое дело, мы говорили, пожалуйста, можете там сделать объект спорта и какую-то коммерческую недвижимость. Нет, но вот я впервые услышал, чтобы проект планировки территории там одобрен был. Жители категорически, ну там и все, собственно, против были. Территория по адресу Фиолентовское шоссе 4 в 80-е годы прошлого века активно использовалась для проведения различных мотоциклетных соревнований. Здесь были установлены трибуны, сделано специальное дорожное покрытие. Сейчас на этом месте располагается пустырь. Члены градостроительного совета Севастополя отметили, что появление масштабного жилищного строительства на указанной территории усугубит и без того тяжелую ситуацию с транспортным сообщением в районе. Застройщику рекомендовано отдать приоритет крупному спортивному объекту. Ну, то есть это должно быть ядро этого всего микрорайона. Ну, конечно. Да, не то, что как бы вот жилой комплекс, а сбоку прилепили там... Как бы фок. Ну и плюс, конечно, рынок автомобильный надо вовлекать туда как-то. Выкупать его, я не знаю. Ну иначе как бы какая там комплексная застройка. Воткнули и все. Большой спортивный объект в центре, а дальше уже вокруг каким-то образом все это пространство должно быть преобразовано.